Все новое – это хорошо забытое старое. Мне захотелось собрать это видео из маленьких сумочек, которые очень просты в исполнении. Здесь много оригинальных деталей, которые делают простую модель очень интересной. Уверена, что опытные мастерицы кое-что уже вязали. Возможно, у вас есть одна из этих сумочек. У меня, например, есть первая модель. Я связала ее лет 10 назад по эскизам из японского журнала. И вот недавно я нашла этот бабушкин квадрат, нашла эту свою первую модель и решила с вами поделиться. Возможно, вы их видели, но подзабыли. А так как лето не за горами и остается пару месяцев до жары, мы вполне успеем с вами связать одну модель такой пляжной сумки. Для лета это очень удобные сумочки. Они объемные, как правило, с ними очень удобно ходить на пляж или просто гулять. И они очень легкие. Для новичков я бы рекомендовала не пугаться, не закрывать это видео, а посмотреть мое следующее, где мы начнем с вами с самого начала, как говорится, с азов. Я вам покажу самую простую сумочку, которую сможет связать даже начинающая мастерица. Поэтому не пугайтесь, присматривайтесь, и, возможно, это увлечение вы будете развивать дальше. Желаю всем приятного просмотра и надеюсь, каждый из вас найдет здесь для себя новую идею.